Теме беженцев мы посвятим ближайший выпуск итоговой программы. Гость в студии Наталья Соколова, министр занятости, труда и миграции Саратовской области. Глава ведомства расскажет, какие шаги необходимо предпринять беженцам из Украины, чтобы трудоустроиться в нашем регионе, а также до какого года будет действовать программа по переселению соотечественников и чем привлекательна наша область для переселенцев. Если у вас есть вопросы, звоните к нам в редакцию или оставляйте сообщения на наших страницах в социальных сетях. Итоговая программа выйдет в эфир в субботу в 12:30. Не пропустите.